Всем доброго времени суток, приближается новый 2022 год, год тигра. Я решила пробежаться по торговому центру, посмотреть, как Москва готовится к Новому году, и также какой ассортимент новогодних подарков в этот год тигра предстоящий, и почем символ года. Вот приехала в торговый центр Капитолий, здесь уже установили елку, но она гораздо скромнее, чем в прошлом году. В прошлом году была большая шикарная елка, сейчас что-то все скромнее, на мой взгляд. Но зато вот здесь установили такую арку и звездочек, которые вечером красиво светятся. Вот, иллюминации не пожалели. Пойдемте вместе посмотрим. Смотри, вот так вот. Здесь, как обычно, аквариум с живыми рыбками, которые можно купить. Это карпы по 359 рублей килограмм. И также аквариум с живыми раками средними, которых можно купить по 1359 рублей за килограмм. Здесь стоят холодильники со свежезамороженной рыбой. Относительно свежей, сколько она летела, да, до этого магазина. Можно себе представить степень ее свежести. Ну, это так, для меня привереды. А так вообще, лосось за 829 рублей за килограмм. Интересно, ну вот рыбки, карпы. Да, красивые, конечно, карпы. Дети любуются. И раки, бедолаги. Ну вот, видите, обилие Санта-Клаусов. Это, конечно, католические символы, да, Санта-Клауса. Вот эти Санты есть по 950, есть по 2000. Ну, конечно, красивые, да. Вот такие новогодние украшения. Недорогие, китайские. Вот по 79. Набор шариков. Вот эта елка за 1449, 1,80 м. А вот эта елка подороже за 5,490. Но она обсыпана искусственным снегом. И вот уже всевозможные Деда Морозы пошли. Наши родные Деда Морозы. Почем они? Вот этот недорогой за 1090. Красивый, кстати. Есть дороже за 1450. Ну, вот горы конфет Ферреро Рошер и Рафаэлло. По 1100. Вот такие маленькие елочки. Здесь недорого можно купить маленькие елочки. Вот. Игрушки тоже есть на любой вкус и цвет. Всевозможные гирлянды, украшения. Thank you.
полотенце с тиграми по 400 рублей. Хороший новогодний подарок. И кухонные полотенчики есть подешевле за 50 рублей. В общем, есть что выбрать. Также с тигровым принтом всякие пледы. Всевозможные. Ой, какая хорошенькая лисичка, смотрите. Лисица. Вот это я понимаю, вот это хорошенькая. Такие тигры страшные, если честно. Потому что по мне никаких, не знаю. Тигр 40 сантиметров, 800 рублей. Но я не знаю, какой из них 40 сантиметров. Так. Непонятные какие-то. Крышка мудмяла. Так, ладно. Не знаю. Вот олененок блестяшка. За 549. Есть магнитики. О, вот этот красивый какой. Вот наклейка на окна. Вот такие магнитики есть. Счастливого года. В общем, вот коллекция тигра. Магнитики по 19 рэ. Вот. Видите? Маленькие, вот по 59. Вот это симпатично. Есть игрушки традиционного стиля стекла. Они самые дорогие. Тоже игрушки с тиграми. Тигр подарок, но как-то они не очень. Вот они. Свечки, как всегда, в Ашане дорогие, на мой взгляд, беспонтовые. Они очень, они не пахнут и быстро сгорают. В общем, они никакие. Я обычно покупаю в других, там, Вера, например, или в Икеа, самые лучшие свечки. Вот еще с тигровым принтом есть подушки по 329 рублей, диванные подушки. Ну, такие. И вот по 1029. Большая подушка тигр. Ну, кому нравится, может пригодиться. И вот такие вот смешные игрушки, подушки. Ну, как всегда, торты не показываю, но пирожные на любой вкус. Пирожные, конечно, выбор огромный. Всегда есть что выбрать. Вот меренги мои любимые. Ну, не знаю, кому что. И вот этот ряд пакетов подарочных новогодних. Вот, есть такие красивые по 26 рублей. С лисичками. Ну, каких только нет. Кстати, вот тут красивые пакеты. Ничего не могу сказать. Очень красивые. Ну, вот такие есть универсальные. По 50 рублей. Есть маленькие по... Сколько там? Нет, под вино. Ну, вот есть еще малышки. Там рублей по 19. В общем, пакеты можно выбрать. Вот украшения, бантики. Также подарочная упаковочная бумага. Тоже, как всегда, большой выбор. Рождественская новогодняя бумажка. Упаковать подарки.
разные салфетки, в том числе с новогодней тематикой, орнаментом. Одноразовая посуда рождественская, вот такая красивая. Всевозможные скатерти одноразовые. И вот еще декоративные свечи, кстати, красивые очень. Вот есть фигурки тигра по 129 рублей. Ну, по 130. Вот. Вот такие оригинальные большие шары с конфетами. По 1300. Рафаэлла, Ферреро Роше, ну, известные бренды конфет, которые обычно покупают на подарок. Уже другой торговый центр, Гагаринский. Здесь пока только начали наряжать, вернее, пока только собирают елку. Вот она еще пока что. Остановили только каркас. Сейчас посмотрю, что там внутри. Внутри здесь уже вот такая красота. Начиная от входа. Еще вот такие новогодние инсталляции. Вот они повсюду, повсюду. Конечно, это торговый центр побольше. Здесь есть двухэтажный Ашан. Поэтому здесь и убранство такое побогаче. Вот одна елочка, там их еще будет много, наверное. Вон какая красивая. Вот здесь вот такая вот красота уже. Представляете? Здесь такой мини-елочный базарчик. Тут тоже елочные игрушки продаются. Тут вот такие елочные игрушечки. Вот по 150 рублей. Вот эти. Такие мишки. А вот такие елочки сколько стоят? Понятно. Вот это
высокие елки. Все по 150, тигрята по 150. Вот такие еще есть по 150. У меня такие как раз есть. Такого плана уже игрушки. Накопились. Красивые. Все вообще красота. Ну ладно, здесь на каждом шагу вот такие елки уже. Конечно, молодцы, постарались. Сам Ашан. Здесь тоже есть живая рыбка, вот она плавает. Это форель живая. 884 рубля за килограмм. А это уже вряд ли форель. А это раки живые. По 1235 за килограмм. Привет, привет. Привет. Он хочет на свободу. Вот. Пытается выкарабкаться. А это у нас кто? Я даже не знаю, кто это такие. Сольники, что ли? Так как вы думаете, кто это? Чуть не подписаны они. Тоже какая-то рыба красивая. Вернее, вот это вот форель живая. Мне кажется, они перепутали. Это больше похоже на осетра. Но написано на этом бассейне, что это форель. Но форель, наверное, вот здесь. Вот это форель. У них перепутаны. Смотрите, бирки, как интересно. Тут написано осетр живой. Тут написано осетр живой. Но осетр в соседнем бассейне. А в этом плавает форель. Вот им нужно сказать, чтобы они поменяли местами. А то люди неправильно сориентируются. Вот это вот форель, а там осетр. Здесь уже начинаются подарки. Вот такие подарочные наборы из конфет за 1837. Тут еще есть второй этаж Ашана. И там основной елочный базар, основные подарки уже. Здесь пока так. Да, такие наборчики. Там и свечка есть, и даже бокал. Вот такой набор с тигром. 1657. Тут тигр, конфеты, кружки с тигром. Ну, много всего. Цены на икру. Цены на икру. Вот самая дешевая. 473. Вот такая. Там еще много разных. Есть вот такие вот чехлы для вина. $799. Здесь уже начинается второй этаж. Здесь основной будет сейчас елочный базар. Все, приехали. Тут горы шоколадных. Здесь можно ходить до бесконечности. Тут огромный совершенно отдел. Подарки на любой вкус. Вот, конечно. Глаза распугаются. Такие наборчики по 529. В советское время такие были наборы.
шикарные изысканные фигурки из новогодней коллекции «Сияющая роскошь» от эксклюзивного бренда «Аксюэль Акашан» создадут атмосферу роскошного праздника в вашем доме. Конечно, магнитиков огромное множество. Есть из чего выбрать. Какие-нибудь тут возьму сразу, чтобы были. Вот из всего множества мне понравился вот такой. Вот я его возьму, вот их возьму. Но они дорогие, они почем? 60 рублей. А вот тоже зацените юмор. Попросил Санты антидепрессанты. Гирлянда столько стоит, по 1500, по 1200. Такое есть. Вот такие есть маленькие, декоративные, за 269. А теперь вот по ценам на елке, кому интересно, вот такая 6800, она небольшая, вот за 5,94, а вот белые по 3,490, 180 сантиметров. Белые 150 сантиметров. 2,290. И вот такая 5,990. За 1000. Вот они лежат в коробочках. Вот уже подороже елки. 240 сантиметров. Это прям высокая-высокая. И она 7300. А вот это за 11000. Она 2 метра 40 сантиметров. Вот. За 11500. Ну и вот. Распродажи. Все. Продолжение тигриной темы. Вот такие симпатяшки. О, оригинальная штучка. Подушки с тиграми за 700 рублей. Кому надо. Вот махровое покрывало, но оно только тигр здесь вложен для украшения, картоночка с тигром. А внутри обычное покрывало. Здесь вот такие тоже есть.
Вот есть еще кружка с тигром на подарок за 119. Ну такое. Вот. Тоже хороший вариант на подарок. Вот. Это моя добыча написана. Здесь вот уже главная елка. Сейчас увидите ее масштабы. В общем, она на все этажи. Это мы сейчас с вами на третьем этаже. Вот. Чтобы было понятно масштаб данной композиции. Вот она какая большая-пребольшая. Вот. Раз, два, на три этажа она.